Еревані захопники поліцейського відділку здалися владі. Сталося це менш як годину тому. Подробиці з вірменської столиці новинам на першому розповів політолог Степан Григорян. Буквально несколько минут назад эти ребята все сдались. Дальше уже вот тот вооружен Аветисян, это важная фигура среди тех, которые захватывали это здание, он выступил и объяснил, почему они сдались. И главное объяснение такое, что ясно, что власти пошли бы на штурм, они начали там стены ломать, поэтому, чтобы избежать новых кровопролития, они сдались. Они говорят, что мы достигли нашей цели. То есть народ встал на ноги, активизировался, то есть как бы борьба будет продолжаться. Да? Поэтому они сдались. И вот их 22 человека, оставшихся, они все сдались. На опере, в центре города, и опять очень большой митинг. Он, как я думаю, приблизительно такого же масштаба, как был вчера. То есть это, конечно, 25-30 тысяч. Ситуація в столиці Вірменії була неспокійною весь день. Повідомляли про стрілянину і вибухи. Між представниками влади і захопниками поліцейського відділку були переговори. Як умови, щоб скласти зброю, опозиціонери вимагали зустрічі зі своїм ув'язненим лідером Жераром Сафіляном. Владу ж такий варіант не влаштовував. Поліція готувалася до штурму. Щоб його уникнути, захопники таки здалися.